Сам модуль можно разделить на несколько частей. DC-DC преобразователь, питание цифровой части, измерительная часть и сама цифровая часть. Присутствует статическая индикация, которая реализована посредством двух сдвиговых регистров 74HC595D. Также мы можем видеть отображение текущего тока Также мы можем видеть отображение текущего тока. Зафейлил, конечно, но... Также можно видеть отображение текущего тока. Токоизмерительный шунт имеет крайне низкий номинал, что очень позитивно сказывается как на измерениях, так и на работе преобразователя в общем. Как было замечено ранее, в качестве органа управления используются 4 кнопки. А также вот вам график КПД из даташита. А также вот вам график КПД из даташита на шим-контроллер.